Ой, Сань, я походу не ту дверь сломал. Саня, ну упустим этот момент. Почему все электрики алкоголики? Они хорошо знают проводку. Vannak a régi kommunista időkből is olyan dolgok, amelyeket jó megőrizni és átmenteni, mert láthatóan azért mai napig fialnak. Не надо так больше делать. Éjszaka azonban még a napsütéses, derült időjárás. Mi van? Kérkrogom, cerépolni pakolj, vérnyi minnyad damoj. Dom, te miesta gyere. If you think I should change the way I am, just to please you, you know I won't do that, so fuck that. Это быстро ждем. Не, я ушел, ребят, ну что, ебанутые, блядь, алло. Ну давай, пятая катка, ластовая, ластовая, 5-5. Вы что, тупые, блядь, контролируйтесь. Ведь знаете, что есть правила дорожного движения для автомобилистов и отдельно такие же для мотоциклистов? Шучу. Это прайс похоронного бюро.
женщина в троллейбус, и никто не встает. Она говорит, неужели нет ни одного интеллигентного человека? И до интеллигенции до хуя, местов нет. Сердце – каменный мотор. Настоящий процессор. Байкал Электролюкс, блять. Видяхе нужен UEFI BIOS, а тут ебут. Ну и все, и пиздец, блядь. Так, с детьми главное нежно. Отспорим на 50 рублей, что вы не сможете залпом выпить бутылку самой дорогой водки. Давай сюда, я тащи! Вот водочка. За победу.